Почему мы можем говорить о цивилизации? Есть только древнетюркская цивилизация, есть только один признак цивилизации, который заставляет нас говорить о том, что к этой границе, границе тюрки подошли, они создали собственную, оригинальную, нигде до того не существовавшую письменность. Это письмо оставалось тайной для европейских ученых, хотя они отдельные надписи находили, до 1891 года, когда русский ученый Николай Михайлович Ядринцев нашел в Монголии, в Северной Монголии, там, где были ставки тюркских каганов, два огромных четырехметровые стелы с трех сторон, покрытые тюркскими руническими письменами, а с четвертой имевшей китайские надписи. Открытие произвело фурор в тогдашней научной среде. Наконец-то 200-вековая тайна будет разрешена. Наконец-то появится тюркский шампальон. И действительно такой шампальон появился. Им стал датский лингвист Вильгельм Томсен и вслед за ним русский академик Василий Васильевич Радлов. Именно они, Томсен, впервые нашел ключ к чтению этих письмен, а Радлов первым перевел их на европейский язык. Он перевел их сначала и опубликовал по-немецки, для того, чтобы это могла прочесть вся потрясенная открытиями научная Европа.